повышение качества услуг, помощь в сферах образования, жилья и занятости, создание благоприятной атмосферы для воспитания детей. В Китае разработали 13 новых мер социальной поддержки для повышения рождаемости. Теперь местные власти будут обеспечивать дополнительный отпуск по уходу за детьми. Взять его смогут как мамы, так и папы. Появится система пособий и налоговых льгот при рождении ребенка. В каждом новом микрорайоне начнут работать центры по уходу за детьми, а многодетным семьям станет чуть легче брать кредиты на жилье. Еще одним важным шагом правительства стала поддержка женщин с частичной занятостью и сельских трудовых мигранток. Теперь для них тоже доступна программа страхования во время беременности и родов. Документ защищает трудовые права женщин. Известно, что рождение ребенка может вызвать трудности в карьерном росте. Новые меры позволят смягчить противоречия между материнством и профессиональной реализацией. Население Китая стремительно стареет, а рождаемость снижается. В 2016 году власти страны полностью отменили политику «одна семья, один ребенок» и взяли курс на поддержку рождаемости.